Всем привет, с вами Доки Трэш, и мы сегодня играем в очень интересную, классную, сасную, опасную мини-игру Наруто 4 Реал Муген с одним но. У нас появился музончик сосончика, это значит то, что игра, соответственно, будет в два раза интереснее. Но опять же, как я сказал выше, здесь есть одно но, помимо персонажа Наруто, тут есть еще кое-кто. Давайте представим, что Юджиро пришел к... в Коноху, к третьему Хокаге, чтобы договориться с ним о поединке на звание Чунина, чтобы никто друг друга не калечил, чтобы мир был и согласие между странами, деревнями, и он сам примет вызов всех. И давайте представим, что типа третий согласился, все согласились, он вышел, Юджиро по сюжету всех отпиздил, потом всех предал и еще раз всех отпиздил. Давайте попробуем по такому вымышленному сценарию, а почему бы и нет? Ну кто бы мог подумать? Сосочек против Юджиро. Он охереет от того, что такой Юджиро на самом деле гигант. То, что он прибыл на экзамен на Чунина, видимо договорился с Хокаге. Мне кажется, Саски нас возненавидит быстрее, чем брата своего. Нам не страшно. Ну давай. Я даже буду просто идти на тебя и не защищаться, чтобы ты прицелился. Сосок, сосунок, давай. Хоп. Все. Саске не хватает вот такого отца. Ой. Хоп. Все твои удары. Я их без шарингана вижу. Вот и все. Ну, давай. Он такой нихера себе здоровый. Экзамен на Чунина вы все провалили. Но я вас всех награжу за то, что вы сражаетесь со мной в полную силу. Хоп. Надо было Саске такую силу показать. Ну ладно. Хоба. Ой, как. Как мне херово, ой, чакру всю высосал. Что ты еще умеешь, кроме чакры сосать? Ну и все. Так, еще один мальчик. Очень быстрый. В смерти. Слушай, у них способности покруче, чем в других Мугенах, или где вот в основном, да, вот, когда вот играешь в Ниндзя Шторм. Там у них нет таких способностей. Ну я быстрее, чем ты. Этот парень умеет выпускать стихию воздуха прямо из рук. Очень мощный. Резонаторы на руках стоят, которые позволяют генерировать просто потоки воздуха. Ну, через чакру, соответственно, стихию призывать. Жалко, что такого персонажа списали. Представляете, если бы он бы стал в итоге добрым, какими способностями он потом бы обладал. Через, с помощью воздуха он бы все бы мог, как в аватаре, блядь. Как в аниме аватар. Хоп, промахнулся. Ты чё, сука? Думаешь, он его выебет, он просто ушел мимо. Школьники, ну давай, Шино. Шино. Вот я завалил твоего физрука. Чё ты теперь скажешь, сынок? Говорит, папа, зачем ты завалил его? К тому же это был
трудовик. Ну, сынок, ты что, шпаком закидываешься? Ух, ублюдок. Ой-ой-ой-ой. Ты что? Я что, тебя должен внести теперь в реестр сильнейших, кто победит Южера? У него и так, по идее, там 9 чуваков, которые его могут победить. Включая доктора Манхэттена, блин. Ну, там, по идее, 8 было. 9-го там Фауста из там одного файтинга скачал. Там я натянул сову на глобус, грубо говоря. Я просто взял, да, персонажу, дал возможность победить Юджера. Так бы, а он его не победил бы ни хрена. Господи, там даже Гомер Симпсон и Питер Гриффин его могли победить. Что же за наркоманию, конечно, я несу. Они действительно по игре просто смогли. В реальности нет. А вот тут такая ситуация. Он меня хотел отпиздить своими комарами, блядь. Мисуми. Ты ж был. А, нет. Ты другой, да? Ой, тебя я что-то не особо помню. Ну ладно, пускай, типа, ты был, а у меня амнезия просто. Хоп. Тоби пизда. Ну чё, вы дадите мне звание Чунина? Я же Юджер, я готов. Ну, блядь, пиздец. Чё? Говно. О, Канкура, давай. Ну и всё. Так, давай, Канкура, твои кукольные способности, они, конечно, прекрасные, но не для этого персонажа. Тут должна быть физическая сила и скорость, которая способна ему противостоять. Ну ладно, поглотители, обрезатели чакры, они сгодятся еще. Но не кукольник точно. У тебя ж кукла аж испарилась в другое измерение. Ладно, пока меня там пиздят, я, короче, сделаю паузу. Скажу так. Дальнейшее прохождение, оно будет просто чисто по одному раунду. Просто по одному раунду Юджера их выносит, идем дальше. Нахер нам вот это вот по два раунда эти пизделки, просто хронометраж растягивать. Нахер надо? Ты чё, блядь, малолетка? Я пока курил, стоял, он меня отхерачил уже. Ты чё? Ты чё? Сейчас мы уравняем, блядь, шансы. Хоп. Хоба, и все, нету девочки. Ты чё, девочка? Ой, блядь, пошли по бабам. Ну ладно, давай. Хоба. Просто по жопе дал ей. Ну, давайте, дальше будет Тентен, да? Ну, чё ты? Хоп! У меня стоит сложность на харде, вы чё, блядь? Ну, я же говорил, Тентен будет. Ну и все. Все. Бедная девочка даже встать не успела. Да ёб твою мать, ты заебал уже. Ну ладно. Просто уебем и все. О, Шикамару, ну ладно, давай, я тебя уже пиздился несколько раз. Сейчас тебе под говно плюну, плюну тебе под говно и пну, и все, и тебе ничего не будет.
Ого. Хоп. Не, ну тебя как умника надо было с одного пальца просто. О, Кин. Симпатичная девочка. Она мне, кстати, нравилась в аниме. Хоть она и была там немножко, но такая прикольная. Длинные волосы такие черные, такие уложенные аккуратно. Не знаю, может не привлекают девушки строгие азиатки. Или меня привлекают строгие еврейки. Немки. Хоп. 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 Бедная девочка. Почему я пошел пиздить детей? Я не знаю. Киба. Вот самые отстойные сначала идут. Ты же понимаешь, что я твоих собак отпизжу, блядь. Всех, которые с тобой придут. Всех твоих собак отпизжу, езжи. Да ты заебал. Кацуга. Ты сука, а не Кацуга. Хоп. О, главный герой, которому просто дадим пизды, чтобы просто показать... А, закрыть аниме просто и все. Ну давай, может ты покажешь свой там этот... силу Кьюби. Чему? Хината, мне даже стыдно как-то. Я просто этого удара буду против тебя обращать, и все. Брат пришел заступаться. Ну давайте, брату дадим пизды. Братик. Ты слишком красивый, чтобы тебя бить. Слишком сасный, чтобы ебать. О! Ты отключил все мои точки чакры, чтобы я не смог дать тебе пизды. Но мне не нужна чакра. Чтобы вы понимали, я ебал вашу чакру в рот. Вместе с твоим кланом и твоими глазами. Хватит мне щекотать яйца. Я не по фембоям, чувак. Успокойся. О, вот это серьезный персонаж. Ему даже дам 2 раунда. Давай, покажи всю свою силу. Ты превосходен, Рок Ли. Я хочу узнать, кто твой учитель. Хо-хо-хо. Какой ты сасный. О, да. Этот бой будет легендарным. Хоп. Обманка. Ха-ха-ха. Ну чё, давай, 2-й раунд. Да ебать. Как ты крут. Мощно, мощно, но тебе не хватает просто возраста. Был бы ты постарше, все, что ты сделал, тебя бы спасло. О, блэд, Гара Нефор. Твой песок тебя тоже не спасет, слушай.
твой песок не то, что не спасет, блядь, а твой песок тебе пососать даст. Ну, мне тоже даст пососать немножко так, чуть-чуть. Мне бы хотелось использовать суперсилу, но я не накопил чакру. Так просто я вломлю просто сверху и все. Чё ты же, блядь, иди нахуй. Вот твоего внебрачного отца отпиздил. Сейчас тебя также отпизжу. Главное, чтобы здесь не был двойник Юдрилы. Он в каждой, блядь, драчке присутствует, где вот я снимал. Как странно, даже без голоса, блядь. Просто записал и все. День был записан. Там всегда появлялся двойник юзера. Мне приходилось его пиздить по несколько раз. Досу. Сейчас тебе досу. Пососу. По подсосу твоему. За пиндосу. Ну чё? Да-да, звуковые волны мне сейчас по ушам. Я тебя, мне тебя слышать не надо, блядь, чтобы дать тебе пизды. Если я оглох бы, как Юджиро. Если бы я оглох бы, как я оглох бы, вот на самом деле, если бы я там был вместо Юджиро, если бы я оглох, то пиздец был бы. А тут нет. Юджиро видит противника. О, наконец-то пошли взрослые. Уже другая карта, классно. Хоба. Тебя уже сложнее завалить, слушай. Это я вместо этого пришел. Это я пришел вместо Рачимару тебя пить. Окей. Ладно, тут дадим ему два раунда уважения старику. Оба. Ой-ой-ой. Фистинг Эсса, что тебе сделаем. Давай, попробуй применить против меня там. Какие способности ты можешь применить против меня? Ну это избито. О, ну это пиздец. Все. О, Оротимару. Сосать, пососать. Слышал я твое сосать, пососать. Ну, блядь, чакру хоть восстанавливай. Ты хули на меня-то идешь? Еблан. Потлатый. А, ну понятно, типа ядовитые змеи, плюс яд. Ну давай хоть покажи что-нибудь. Меня подписчики склюют вообще, если хоть какие-то меня смотрят. Скажешь, что за херня? О, ты меня услышал, да? Ух ты. Ух ты. О, блядь. Пизда. Блять, это уже интересно. Вот зря я вторую часть не записал. Смотрите. Белые змеи, блять. Клинок, который там пиздит. Жизни восстановленные. Ебать. Ты чё, блять? Вот такой мне нравится, Арчимар. Давай. Не спасет. Неудачник. Давайте попробуем представить, что мы сражаемся против Юджиро, мы самый охуенный самурай. Хо-хо-хо. Thank you.
Дай хоть возможность тебе пизды дать, ублюдок. Ого, мы тебя ранили. Фу-ху-ху. Нет, нет. Ой. Ой. Блять, даже не успел убежать. Вот этого не было. Или был? Окей, давай. Я просто, блядь, в пижаме какой-то выбежал, пидор какой-то, ты вот пиздил Юджера, чё за херня? Очередная самочка для чпокания у Юджера. Нету даже и шанса. Ты меня чё, рачком загнул? Нихера ты. Ну давай ты. Ты же сможешь его победить? Зря я это, зря я Юджера пизданул. Все, сука. Вот так. Тебе будет пизда. Или мне. Я даже не знаю способности у Хаку. Как, вернее, их вызывать. Сука, Хаку отпиздил. Мистер Бритые Подмышки. О. Сейчас мы отпиздим Юджера. Юджера в ахуе. Говорит, как так? Ты не можешь меня отпиздить. Юджера. Я... Один из тех, кто может реально тебе нанести хоть какой-то урон. Ебать. Все, пока. Ну давай. Хотя бы какашка. Ебать. Мы попытались. Сука. Ой. Ему похуй, блядь, на твои техники. Ну и все, вот такой был Наруто Ninja Storm. Так что вот, всем спасибо, всем пока. Ой, Наруто, блядь, Муген, нахуй, перепутал. Всем спасибо, если пока это был Доки Трэш, играйте в хорошие игры, хотя бы ради настроения. Время неспокойное, нужно хоть как-то себя чем-то занимать, чтобы не сойти с ума в эпоху всякой вот этой хуеты, которая сейчас в мире происходит. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.